Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Итак, номер 85. Какие свойства действий позволяют утверждать, что тождество тождественно равны выражения? Мы знаем три свойства действий. Это переместительный закон, распределительный закон и сочетательный. Значит, разбираем первый пример. АВ плюс 16С и 16С плюс АВ. Здесь работает переместительное свойство. Мы поменяли местами слагаемые, и сумма от этого не изменилась. А плюс 2 плюс х и а плюс 2 плюс х. Мы перегруппировали наши слагаемые. Значит, это работает сочетательное свойство. Хy плюс 3 и 3 плюс хy. Снова мы поменяли местами наши слагаемые, и результат от этого не изменился. Работает переместительное свойство. 5 умножить на b плюс c, 5b плюс 5c. Мы умножили 5 на b и прибавили 5 умноженное на c. Сработало распределительное свойство. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал и посещайте наш сайт.